Всем привет! Сегодня получила посылку с интернет-магазина «Мыло Опт». Сейчас провожу распаковку. Так, вскрываю коробку. В этой посылке у меня будет щелочь для мыла с нуля, тальк. Сейчас посмотрим, что у меня тут. Вот. Масло апельсиновой косточки, сода каустическая, это щелочь, диоксид титана, косметический тальк, масло жожоба и баттер авокадо. Щелочь всегда приходит вот в таких вот ведерках. Очень надежно они запечатанные. Единственное, что у меня немножко вызывает не сомнение, но то, что иногда щелочь приходит в мелких крупинках, иногда крупные такие, как бисер, а иногда как чешуя или, я не знаю, как такие, вроде как пластиночками. Вот пластинка мне больше всего нравится. Щелочь, ну, не знаю, какая тут будет. Извините за шуршание. Так, это масло жожоба. Заказали у меня партию мыла натурального с нуля с маслом жожоба. Надеюсь, что подойдет, потому что консультанты магазина не дали мне ответ, подойдет ли это масло для мыла с нуля. Вот тут у меня, в этом пакетике у меня баттер авокадо, маленькая баночка. Точно. Без запаха. Кстати, брала как-то баттер жожоба, но там был запах обалденный. Так, диоксид титана сыпется. Плохо запечатан. Руки все. Пора мыть. Так, и целый килограмм у меня талька косметического. Беру я его для подружки, которая занимается у меня депиляцией. И вот она говорит, что вот этот тальк ей лучше всего подходит для места присыпки, ну, для там, обезжиривания, обезвоживания. Первый раз мы брали, я ей брала 100 грамм талька на пробу, и вот сейчас я взяла ей килограмм. И вот в маленькой бутылочке масло косточки апельсина. Не знаю, зачем взяла, но захотелось. Всем спасибо за внимание. В интернет-магазине заказывать рекомендую. Единственный минус консультантов, то, что они очень редко дают консультацию насчет товаров. Они консультируют они насчет заказа, есть, нету, а насчет качества и подходит или нет та или иная продукция для вашей задумки, к сожалению, такого ответа они не дают. Но я думаю, что это не то, что минус, человек не может знать все. Поэтому вот так. Все, всем спасибо за внимание. До свидания.